Так, начинается мое время. Трансляция. Добрый вечер. Можно сказать, обед в Москве. Вечер в Сибири. На Дальнем Востоке уже пора говорить спокойной ночи. Итак, значит, одна из моих будущих надежд, одной из моих будущих надежд на лучшие времена Ивану Савинич исполнилось 17 лет, с чем я его и поздравляю. Вот. Когда-то все укнется. Парень поступит в архитектурный. Вот. Надеюсь, будет хорошим архитектором. Но то, что заложили мы в него с его сестрой, оно никуда не денется. Видите, Иван с персиком. Много в Сибири персиков, вспоминайте. Еще не укрытых. Вот, так что, Иван, я тебя поздравляю. Вот, вид у тебя вполне настоящий полковник, в смысле настоящий ботаник. Вот ты у нас такой. Я все равно считаю, что ты будущий садовод. Нравится тебе, не нравится. Так, ну все. Иван, я тебя поздравил. Подарок за мной. Так, теперь мы с вами переходим вот сюда. Мы с вами переходим в 158-й вебинар. Вот он где. И сразу попадаем на чудеса. Нет, ошибся я. Это будет отдельный разговор. Ничего, нам спешить некуда. Как я в 159 попал? 158. Ага. Значит, начну я вебинар с того, что поздравлю с успехом нашего друга. Вот. Алексей Иванович. Он живет на Урале. Вот. Он однажды попросил у меня черенки, прорастил. Получил настоящую шелковицу для Челябинска, тем более для моих мест. Это сенсация. Вот. Дело в чем. Алексей Иванович, ты пошел правильным путем. Когда мне прислали в свое время шелковицу в виде семян, это была моя первая попытка, она кончилась крахом. Из 200, ну, большая часть зашла. Рассадил, замерзали, корень снега замерзали. Большая часть окончательно замерзла. Сеянцев, подчеркиваю, а меньшая часть, 10 штук, я довел до взрослого состояния у себя и у своих друзей. 5 из них оказались мужскими, 5 женскими. И все 5 оказались, посмотрите на ноготь на своем мизинце, и практического интереса не представили вообще. Вторая попытка была, когда я нашел замерзшие практически шелковицы. У меня это болезнь такая, находить то, что практически не жизнеспособно, и доводить до ума. Я ее довел до ума, фотографы видели. Мою агротехнику по летнему укоренению, я его называю зеленое черенкование. Это я придумал название. Она успешна, но Алексей Иванович пошел дальше. Внимание. Он не стал ждать, как я, середину лета. Вот я вас с ним знакомлю ближе, потому что у него высшее образование. Я всегда подчеркиваю, когда вот эти вот дамы-выпускницы Тимирязевки, которые так, с таким диким гонором, какой-то металлург, это про меня, про это, кавалер ордена славы и куча дипломов. Какой-то металлург. Так вот, все, что в стране создано, создано нами, инженерами. Ясно? Вот. Ну, а вы уж так. Как говорится, второй эшелон. Хотя я уважаю тех самых, и вас можно назвать и биологами, и агрономами, экологами. Я вас уважаю. Но это второй эшелон.
Вот. И вот я попросил Алексея Ивановича прислать мне, ну, что-то вроде анкеты. И как я подозревал, единственное, я думал, ему лет 40. Присылал мне фотографию с мойстером черешни и своим лицом. А я не мог ее найти. Прошли годы. Не могу от него добиться следующее это лицо. Вот. И вдруг 64. Лучше бы, конечно, 44 или 34. Вот. Но даже сейчас бы я вам доверил Челябинский любой институт, университет, любое научное учреждение. Вы бы там навели порядок, я уверен в этом. Потому что вы инженер. Вот. Инженеры создали этот мир. Потому что мы инженеры. Высылаю вам фоток заметки. 5 штук, это он пишет. Остальные 6 следующим письмом. И вдруг он мне присылает такое, это, ура, наука и жизнь. Попросили фото. Ранее общался с завобделом Берсеневой. Это наука и жизнь, один из этих самых авторитетных журналов России. Впечатления отличные. Так. И он сделал письмо. Нет, статью для них. И велика вероятность, что эта статья будет опубликована. Причем года 2 назад уже одну статью опубликовали. Мои не стали публиковать, а Алексейка стали. Вот. Так что, Алексей Иванович, поздравляю. И давайте смотреть. Видели? Вот это вот попало в хорошие руки шелковицы, которую я обнаружил, замерзшую в одном дачном саду. Вот. Мы ей вернули вторую жизнь. Смотрите, как это выглядит. Сразу агротехника. Это его, видимо, рука, вот его черенок. Посмотрели. Ну, здесь, скорее всего, 2 пальца воды. Может быть, раствор. Отсюда не вижу. Есть отдельная статья. Я вам ее покажу. Итак, начало укоренения. Раз. Начало укоренения. 2. Начало укоренения. 3. Саженец готов. Садим под пленкой, под этой мешочки, повышенная влажность. И пока корни плохие, листья не успеют высохнуть. Вот. Далее получается прекрасный саженец. Так. Вот уже 2 прекрасных саженца. Так. И вот он уже в этом поле. Поздравляю. Теперь. Не стал он с технологией не скрывать ничего перед вами от Алексея Ивановича. Подарок всем садоводам, всему нашему кружку. Вот. Я не буду его читать, цитировать. Просто его. Я еще просто хитрее сделаю. Смотрите как. Пожалуйста, друзья, потом отключите, завтра включите, послезавтра. И сможете ознакомиться технологии укоренения черенков. Вот. Эта статья должна быть напечатана в «Науке жизни». Для нас, друзья, для нашего кружка, это престижно. Хотя мы это самое давно уже, так сказать, свысока смотрим на науку, на ту самую науку, которая учит калечить, убивать, прокалечить, потом лечить, калечить, лечить. Вот. Вот Алексейка, и вот его электронный, ну, этот самый электронный адрес. Я ему еще сказал, Алексей Иванович, давай все данные, пусть у тебя саженцы покупают. Нет, сказал Алексей Иванович, я еще не готов продавать. Только друзьям.